Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком, пожар на площади на Красной и в ней бывший избирком. Никто не выжил, все сгорели, все Пуси, Путин и Собчак, и у стены кремлевской ели горели охуенно так. Москва, по ком занят твои колокола? Москва, по чем твои золотые купола? Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чем твои золотые купола? Бум, 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 бум. И Навальный, и будущий бывший мэр. Лужков приехал как специально, но не успел принять он мер. Горели люди на Болотной, ОМОН сгорел и все менты. А с неба дождик шел кислотный, еще мне больше красоты. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чем твои золотые купола? Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чем твои золотые купола? Бум, 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 бум. Останки разгорело быстро, а утонуть бы не смогло. Горели замки, что на Истре, горели медленно на зло. И храм Спасителя и бани, хачи сгорели москвичи, а дома ждали россияне, когда остынут кирпичи. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чем твои золотые купола?